Редакція «Зараз інфо» присутствує в робочому комітеті Лисичанського городського голови Сергія Шиліна. Сьогодні 5 мая, приближається 73-я годовщина Второї мірової війни, Победи. Скажіть, що чекає Лисичанськ в ближайші дні? Смотрите, в этом году, я хочу ответить, в этом году мы празднуем две даты. Это, во-первых, 73-я годовщина освобождения от фашистско-немецких захватчиков и вторая, 75-я годовщина освобождения города Лисичанска. Но мы знаем, что в преддверии 9 мая мы проводим встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с детьми войны, с узниками войны. И говорим о том, что 9 мая – это действительно праздник победы над фашистской Германией. Мы сегодня говорим, что это действительно была война, которая нарушила не только бывший Советский Союз, а мировая война. И сегодня мы должны говорить о мире, забыть про войну. И то, что осталось ветеранов, очень немного. Мы должны чтить память, историю, которая сегодня есть. И действительно, 9 мая мы выйдем на площадь, возложим цветы к памятникам неизвестных солдатов, к могилам. И я думаю, это будет память для тех... Вот как раз поскольку осталось ветеранов Второй мировой войны немного, поскольку им сегодня должно быть не менее 93-4 лет, это те, которые в 17 даже лет пошли на фронт, то есть не менее 93-95 лет. Скажите, сколько ветеранов Второй мировой войны, которые принимали участие в боевых действиях той войны, в городе Лисичанске проживают? 68 человек. Сегодня 68 человек, и я могу сказать конкретно, это 6 человек Приволья, 6 Новодружицк, РТИ, Матросска и город. Есть конкретные списки у меня по датам рождения. И кроме этого, я же хочу сказать, что есть участники боевых действий, которых я назвал, 68 человек. Есть еще дети войны, узники концлагерей, которые тоже сегодня приравнены к участнику боевых действий и к участнику Великой Отечественной войны. А скажите, в эти 68 человек, ветеранов, которых вы назвали, входят, допустим, вдовы ветеранов войны или вдовы ветеранов войны, которые получили статус, льготы участника Второй мировой войны? Нет, они идут как ветераны войны. То, что я сказал, есть действительно участники боевых действий, это отдельно. Все остальные ветераны, как я сказал, они идут отдельно, но можно сказать цифру, которая есть и дети войны, и жены ветеранов войны, и приравненные к участникам боевых действий, участникам, это я их сюда не учитываю, этих 68 человек. В прошлом 2017 году, если смотреть фотографии и видео празднования 9 мая, то на площади возле АТБ, Сквер Победы, да, там присутствовало, ну, судя по наградам, всего два ветерана войны. Остальные были ветераны труда, ветераны шахтерского труда и так далее. Нет, было больше ветеранов, потому что я многих знаю, со многими знаком. Было, ну, человек 20-24. Поэтому я сегодня говорю еще раз, говорю, это наш праздник, святой праздник, День Победы. И сколько бы ветеранов не оставалось у нас, сколько бы их не было. Это их праздник, и мы должны с честью, с почестью, да, ну, ради двух вопросов нет, даже два, если ветерана осталось, да, тут спору нет, ради даже одного. Сегодня даже у нас вот вопрос стоит о псевдоветеранах, которые есть ветераны труда, может быть шахтер, у них есть свои праздники, у шахтеров есть День Шахтера, у ветеранов труда есть праздник 1 мая. Ты уже переводишь политическую плоскость вопроса, я просто тебе хочу сказать, что День Победы, он не меняется. И есть ветеран войны или нет ветерана войны, это... Праздник был День Победы, и он должен исторически переходить по наследству. Если мы хотим зачеркнуть историю, мы ее зачеркнем историю. Я еще раз хочу сказать, у человека, который не помнит историю, нет будущего. День Победы – наш праздник. У меня дед воевал, один дед воевал, второй дед воевал. Их нет в живых, но я этот праздник помню. Я помню, когда сидел у меня на коленях. У меня до сих пор лежит орден Красной Звезды, я могу показать, в кабинете лежит. Я его храню, дедовский орден. Поэтому для меня День Победы – это святой праздник. Спасибо. Пожалуйста.